Давайте перейдем все-таки в журнал кошелька. Это слева меню есть кошелек у вас. Изначально, в принципе, он у вас простой. Главная особенность, чем вы можете его использовать, это удобство, связанное с налогами. Объясню. Вы можете вступать в корпорацию, где указано, что, например, налог 0. Тем не менее, это не значит, что это налог 0. А почему? Налог, который вы видите, который описывается у корпорации, речет о том, что это налог, например, на баунти, то есть когда вы кого-то убиваете, есть награда за его голову. NPC это или там игрок, неважно. И вот процент от этой суммы, которую вы получите, уйдет в фонд корпорации. Также это распространяется на проект Discovery, тоже слева есть всегда эта штучка, и выполнение заданий агентов. На все остальные виды налогов он не распространяется. Однако есть другие виды налогов, которые указываются уже отдельно. Например, налог на производство. То есть он уже устанавливается непосредственно на самой станции. И когда ты прилетаешь на станцию, начинаешь ее пользоваться, с тебя снимается этот налог. Также есть налог на торговлю. Он устанавливается на станции. И с вас снимается этот налог, когда вы делаете какие-то либо операции. Конечно, то есть это все прописано и в производстве, и в торговле при создании этого ордера. Но в самой корпорации может быть указан ноль. И вот этот вот журнал кошелька вам поможет, в принципе, такие вот определенные моменты отслеживать. Ну, также для вашего удобства. Поэтому вот кошелек показывает вот в первую очередь налоги, различные издержки, пошлины и так далее, которые у вас уходят, куда и за что. Поэтому в будущем в различных корпорациях этот инструмент очень вам пригодится. В первую очередь именно в этом плане.